успеха и счастливого пути! Ну вот таким коллективом звездным мы пришли поздравить вас с Днем Знаний. Действительно, сегодня очень праздничный, но и волнительный день не только для учеников, но и для преподавателей. Особенно мне хотелось поздравить вот первочков, которые идут в первый класс, их родителей. Хотел бы вас всех поздравить с Днем Знаний. Хотел пожелать всем успехов и хотел сказать, что этот интернат является гордостью не только нашего города, но и всей России, потому что такие интернаты должны строиться везде. Будем делать все для того, чтобы такие подобные интернаты появлялись у нас и в других регионах. Мы одна большая хоккейная семья. Еще раз всех с праздником. 1 сентября всегда было запоминающееся и останется на всю жизнь. А проходило немножко попроще, чем здесь у вас. У вас такой праздник замечательный. Мы сейчас наблюдали, смотрели и наслаждались этим. Я думаю, все ребята, ученики запомнят это, потому что у всех останется это на всю жизнь. От себя лично и от всей команды СКА поздравляю вас с Днем Знаний, успехов в учебе и спорте. Сейчас, девчонки и мальчишки, звоните.